Привет, друзья! Вы на канале FreeBlender. Сегодня хочу сделать обзор на фильм, а точнее трейлер «Форсаж 10». В общем, поехали! Universal Pictures представила первый официальный трейлер «Форсажа 10». В ролике почти на 4 минуты показана чуть ли не вся развязка фильма, но от этого менее интересная предпоследняя часть культового боевика не становится. Что показали в трейлере? Если в двух словах, Джейсон Момоа в роли Данте мстит Доминику Торетто и всей семье за ошибки прошлого. На деле месть выглядит намного эпичнее. Момоа в злобном амплуа рассекает на байке, а Доминик Торетто устраивает погоню с самыми зрелищными трюками, все лучшее в традициях Форсажа. В трейлере даже показали Пола Уокера, пока неизвестно, воскрешение ли это героя с помощью компьютерной графики или всего лишь воспоминания. Но кадр с Полом явно заинтересует фанатов и заставит придумывать теории. Напомним, что Пол Уокер трагически погиб в аварии 30 ноября 2013 года. Также следует сказать, что в фильм «Форсаж 10» вернулся Джейсон Стэтхэм и Джон Сина. Им уделено немало времени в новом трейлере. В целом, первый ролик фильма «Форсаж 10» наполнен множеством экшн-сценами. Премьера 10-го «Форсажа» состоится 19 мая. Вин Дизель уже планирует следующую и, вероятно, последнюю часть франшизы. Актер хочет, чтобы главную роль в 11-м фильме исполнил Роберт Дауни-младший и говорит, что уже придумал для него персонажа. Он будет заниматься искусственным интеллектом и беспилотными автомобилями. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.